Всем привет! Это проект «Сервис Плиз», и сегодня мы находимся в одном из самых фактурных и впечатляющих мест Твери, на Тверском Невском. Это улица Советская, и сегодня мы посетим бар «Будвайс». Интерьер бара очень необычный. Он вытянут не в ширину, как мы привыкли это видеть, а в длину чуть ли не половины здания. Сразу скажу собственное мнение. Коридор кажется жутко узким. Я не представляю, каково здесь ваншлаг. Меню заведения славится своим пивом и мясными блюдами, поэтому здесь мы не будем заказывать комплекс первое-второе салат, а закажем самые интересные, самые знаковые блюда. Что лучше всего к пиву? Правильно, мясо. И сегодня у меня на ужин 4 мясных блюда. Это домашние пельмени, бургеры из утки, ассорти из колбасок и цыпленок. Есть пельмени, как принесли уже бургер. Блюда здесь приносят со скоростью света. Пельмени оправдывают свое название. Они действительно домашние. Такое чувство, что я поел дома маминых пельменей. Первое, что хочется сказать про бургер. Он замечательно выглядит. Бургер большой, вкусный и сочный. Это блюдо я буду советовать друзьям. Forever in my life I see you. Третье блюдо – это был цыпленок, приготовленный в печи Хоспер. Это такие большие закрытые грили. Он был безумно вкусный и огромный. Он стоит 400 с чем-то рублей. За эти деньги просто прекрасный выбор. Цыпленок был такой ароматный, что мне захотелось его съесть, несмотря на то, что я съел до этого бургер и пельмени. Отдельным пунктом меню хотелось бы выделить колбаски. Их тут великое множество, на любой вкус. Мне больше всего понравились вот эти. Это курица с карри. Хотелось бы рассказать про барную карту, точнее, про ее безалкогольную составляющую. Мне, как человеку, который не пил алкоголь более 6 лет, было очень приятно видеть в меню позиции интересных коктейлей и лимонадов без алкоголя. Меню заведения небольшое, но оно и не нужное. Больше всего меня впечатлило блюдо цыпленок, а меньше всего, к сожалению, это были колбаски. Отдельно хотелось бы сказать про обслуживание. Сегодня вечер выходного дня. Носили просто пулей. Я буду советовать это место друзьям. Артур, привет. Привет. Ты как управляющий заведения, расскажи, что интересно. У нас много всяких акций, предложений. Одним словом, заходи, пробуй, да. Есть какие-то особенности в кухне, мы используем разные технологии. Отличные ребята, Роман, улыбнись нам. Вот, Ромка, вам тоже может много чего рассказать. Я хочу спросить у тебя в ответ, понравилось ли тебе сегодня в наших стенах? Это было вкусно, я сыт, весел. Вкусно? А быстро было? Это было супер быстро. Круто. Надеюсь, что так же будет с каждым человеком, который придет к нам в гости. Если не так, вы должны нам сразу об этом сказать и написать отзыв на нашем сайте или в нашей группе, в Facebook и так далее. TripAdvisor, Postplayer. Друзья, да. Спасибо большое. Всегда рад видеть, надеюсь, да, зайдете к нам снова.
Ну что, на этом у нас все. Встретимся через месяц в новом заведении.